Далее новости спорта в студии Дмитрий Вороновлин. Физкульт, привет. Начну сегодня с новостей из Лондона, где прошел чемпионат мира по игре дартс. Выступали на этом турнире сильнейшие игроки планеты. Всего 300 человек. В их число вошли и две ежевчанки – Марина Кононова и Наталья Фефилова. Марина заняла в итоговом протоколе высокое 17-е место, а Наталья была 125-й. А в муниципальном дворце спорта в это время прошло открытое первенство города по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 120 молодых атлетов из Удмуртии и Пермского края. Награды разыгрывались в 40 весовых категориях. Отметим победителей, которые традиционно в числе лидеров. Это Станислав Нафиков, Николай Касьянов и Степан Дудин. Элита российского биатлона скоро вновь соберется в Ижевске. 21 декабря на стрелково-спортивном комплексе имени генерала Демидова будет дан старт традиционным соревнованиям «Ижевская винтовка». Комплекс практически готов к приему гостей. В подтверждении увидим сюжет Марины Азябиной, которая сегодня там побывала. Ижевской винтовкой гордятся поклонники биатлона, не пропускают ни один старт. Один из фанатов этого вида – Андрей Кудрявцев. В прошлом лыжник, член республиканской сборной «Динамо». Он на стрельбище частый гость. 3 раза в неделю Кудрявцев наматывает километраж по трассе. Говорит, подготовлена она отлично. Трасса великолепная. После того, как произошла реконструкция, это вообще отличная трасса здесь. Ижевская винтовка – это гордость Удмуртии. Вот. Я всегда буду болеть за своих, за свою команду, за Удмуртии. Ну и есть, которые спортсмены сборной России приезжают, наверное, приедут, скорее всего. Но тоже буду болеть за некоторых. Настроение организаторам в этом году погода не портит. Снега на трассах предостаточно. Однако запас искусственного снега в случае форс-мажора есть и большой. Тем не менее, погоду мы все-таки не хотим предсказывать и приготовили достаточно большой дебет снега, то есть у нас порядка 200 кубов находится, скажем так, в резерве, потому что были такие случаи, когда шел дождь и трасса оголяла полностью до асфальта. В турнире примут участие мужчины и юниоры. Они определят сильнейших в индивидуальной и спринтерской гонках. По сумме этих двух гонок определятся лучшие спортсмены, которые поедут на январские этапы Кубка мира. Удмуртские болельщики, естественно, надеются, что в это число попадут и их земляки. Действительно, серьезная надежда на то, чтобы показать себя на этом соревновании, на Ижевской винтовке. Как говорится, и дома, и стены помогают. Первая гонка эстафета запланирована на 21 декабря. Для болельщиков будет курсировать бесплатный автобус от торгового центра «Малахит». Те, кто не попадет на стадион, смогут посмотреть онлайн-трансляцию в интернете. Далее новости фигурного катания. В Ижевске завершилось открытое первенство Удмуртии, в котором приняли участие и гости из соседних регионов. Спортсмены из Родникового края на этом старте завоевали 16 наград различного достоинства, с чем мы их и поздравляем. Ну а тем временем в Сарапуле прошел первый этап чемпионата республики по мотокроссу среди любителей – Лига Хобби. Несмотря на холодную погоду, участников было немало. В итоге вне конкуренции на трассе был Александр Литвяков. В классе Open победу отпраздновал Михаил Сланин. Теперь к другим новостям. В Ижевске прошли городские соревнования по автомодельному спорту. Этот вид в республике существует уже давно, но сейчас любители погонять радиоуправляемые модели борются за его выживание. А вот почему, сейчас расскажет Татьяна Мальцева. Когда мы слышим термин «автомоделизм», то чаще всего вспоминаем мальчишек с азартом гоняющих радиоуправляемые машинки. Он был, наверное, самым популярным модельным хобби раньше. Сейчас это финансово затратный вид спорта. Спорт как бы стал более серьезным. Для этого нужны большие средства. Ну, то есть не каждый может найти. Вот такие модельки, они стоят, это же не то, что покупаем. В магазинах игрушки китайские, это уже модели спортивные для участия в соревнованиях. А у них стоимость, в общем-то, да, там уже десятки тысяч. В Удмуртии только в двух городах занимаются автомоделированием. Это Ижевск и Глазов. Вова Ушаков как раз из северной столицы. Скрупулезно готовит свое транспортное средство к старту. Что делать, он знает на зубок. Я вытираю колеса от смазки и буду снова смазывать, чтобы было хорошее зацепление. А это уже участник из Ижевска Антон Николаев. Ему сейчас 11, гоняет он уже 2 года. Говорит, что этот вид спорта ничуть не уступает настоящим автогонкам. Мне машина нравится, и поэтому я пришел сюда. Плюс к этому у меня еще брат тоже катается, старший. Антон свою модель «Багги» испытывал на прочность против более скоростного авто, поэтому результат был предсказуем. Тем более, что соперник у него был на порядок старше и опытнее. Это показывает, что автомоделизму любые возрасты покорны. 7 лет, я знаю, что да, 7 лет. 6 лет ему в прошлом году было. Ну и будем говорить так, верхний потолочек уже
Он говорит, так, ну вот у нас, если основная масса, то до 18 лет. Есть мужчины, да, папы. Активисты надеются, что в их полку будет пополнение. На сегодняшний день автомоделированием занимается не так много людей. Но даже среди этих немногих есть участники первенства России. Расти есть куда. В Сигаево прошел традиционный волейбольный турнир «Ветеран-2016». Участвовало 14 сельских команд. Разделены они были на две группы. В первой группе А победу отпраздновали волейболисты Воткинского района. В группе Б вне конкуренции была команда правительства Удмуртии. И последнее. Завтра, 8 декабря, в Италии стартует второй этап Кубка Европы по биатлону. В составе национальной сборной значится фамилия и нашей спортсменки Ульяны Кайшевой. В программе смешанная и одиночная смешанная эстафета, спринт и гонки преследования. Смотрим и болеем за биатлонистку из Удмуртии. И это все новости спорта на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. Всего доброго!